это братство от Калининграда до Владивостока. Эта мысль не раз звучала с главной сцены. Дмитрий Борисенков пошел по стопам отца, служил офицером на Северном флоте, живет в Санкт-Петербурге, но именно в этот день много лет подряд он приезжает в Анапу, город, куда в детстве приезжал каждое лето. Для меня флот, море, качка – это самое приятное, то, что может быть. Больше я для себя, вот честно, вот, только на флот. Ростовчанин Павел приехал на отдых с семьей, но было время, когда пришел в военкомат. Там узнал, что берут на флот. Получил очень классный жизненный опыт, который мне помог в будущем, ну, на всю мою жизнь. Помог реализоваться, потому что это команда, вот это взаимовыручка. В годы Великой Отечественной войны у Анапских берегов советский торпедный катер встретился с 5 немецкими и заставил их отступить. Анапа всегда была в относительной дали от военно-морских баз, но еще во времена русско-турецких войн именно здесь решалась судьба контроля над северо-восточным побережьем Черного моря. Если бы в свое время Гудович не взял бывшую турецкую крепость Анапа, от которой остались одни ворота, я всегда говорю, неизвестно, каким бы был юг России. Анатолий Гапонов 20 лет отдал службе на Тихом океане, затем в Анапе 8 лет готовил старшин. Сегодня все больше анапчан поступают в военно-морские училища и институты или целенаправленно идут служить на флот.